Служба опасная и трудная, еще нервная, напряженная и до крайности прозаичная. Полицейским приходится видеть самые неприглядные стороны социальной жизни и человеческой натуры. И чтобы будущие сотрудники МВД романтических иллюзий не питали, их пригласили на рейд по неблагополучным семьям с малолетними детьми. Познакомиться с профессией инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних пожелали две студентки юридического колледжа. Мария Николаевна. Никита. Никита в комнате. Никита в комнате, да? А почему вы в состоянии алкогольного опьянения опять? Выйдите, пожалуйста. А, Мария Николаевна? Выйдите, пожалуйста. Нетрезвые родители камере не рады. А сотрудники полиции вовсе не обрадовались, увидев, что мама и отчим несовершеннолетнего снова закладывают за воротник. Женщине предлагают наркологическое лечение. Она не против. Это не дело. Никита смотрит на это все безобразие. Смотрит на вас, в каком вы состоянии находитесь. Но лечение будет после, а пока административный протокол. Студенток такие семьи шокируют. Это не моя явно. То есть я себя не вижу. Я сходила, попробовала, мне не понравилось. Почему? Ну, контингент людей такой просто. Нету у меня так в окружении таких людей, поэтому не очень комфортно себя чувствую. К семьям в трудном финансовом положении инспекторы по делам несовершеннолетних наведываются регулярно. Следят, чтобы дети были чистые, сытые, здоровые. Мы проверяем жилищно-бытовые их условия, соответствуют они норме, не соответствуют. Самое главное, чтобы дети были сытые, у них были продукты питания. Если дети находятся в социально опасных условиях, то, соответственно, мы вызываем органы опеки и попечительства. Они приезжают, мы смотрим общую картину происходящего в семье. И органы опеки и попечительства принимают решение о изъятии ребенка из семьи. Но это крайняя мера. До нее несколько предупреждений. И, конечно, душеспасительные профилактические беседы. Так, пожалуйста, порядок поддерживаем, чтобы и у младших детишек все было, и одежда была чистая, и у маленькой, соответственно. Чтобы дети были чистые, накормленные, и порядок обязательно в комнатах каждой. В этом доме 5 маленьких детей. В прошлый визит полицейские сделали родителям несколько замечаний. Мама постаралась их устранить, прибралась, заправила кровати. Гостей встречает трезвой. Работа у них эмоционально тяжелая, рассказывают полицейские студентам, но очень нужная. Эмоции, в принципе, положительные. Во-первых, это очень интересно для нашей будущей профессии. И действительно познавательно поездить по семьям, посмотреть, как другие люди живут, даже несостоятельные. Если мы выбрали эту профессию, значит, нам нужно продвигаться, нужно попробовать все качества этой профессии и везде побывать. Благодарности за работу ни от родителей, ни от детей на рейдах не услышишь, но сотрудники полиции их и не ждут. Свою работу они любят за то, что делают правое дело и получают от этого настоящее удовольствие. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.